Представляем вашему вниманию роскошный двухуровневый пентхаус в районе Лакала. Лакала – это современный и активно развивающийся район, который является пригородом лучшего курортного города Испании – Бенидорма. Это элитный район со множеством новых домов, кафе и ресторанов. Несмотря на статус туристического района и развитой инфраструктуры, район очень тихий за счет закрытых территорий. В зоне пешей доступности расположены все объекты инфраструктуры – банки, аптеки, фитнес-клубы, бутики и крупные торговые центры. Также тут расположен магазин «Балтика» с продуктами славянских производителей. Это предложение для ценителей красивой жизни, открытых светлых помещений и свободы действий. На первом уровне в апартаментах расположены два санузла с ваннами и биде. Установлена сантехника от лучших мировых производителей. Вы можете обыграть интерьер квартиры, как пожелаете. Весь ремонт в апартаментах выполнен в нейтральных тонах. Сделаны все строительные работы, установлены деревянные межкомнатные двери и встроенные шкафы. Также на первом уровне расположилась уютная спальня, уже установлен встроенный шкаф-купе, на полу мраморная плитка, всего в апартаментах две спальни. Кухня с каменной столешницей и со встроенной техникой от ведущих мировых производителей. Следует отметить наличие прачечной комнаты, где можно держать все бытовые принадлежности, делать стирку и глажку. При этом в вашей квартире всегда будет порядок. Большая гостиная с панорамным остеклением, с которой открывается потрясающий вид на горные массивы и Средиземное море. Свободная планировка и большое открытое пространство дает возможность для полета фантазии дизайнера. Здесь можно разместить и телевизионную зону с угловым мягким диваном, креслами и большим телевизором, и обеденную зону с видом на море и город. На второй уровень ведет винтовая лестница. Второй уровень пентхауса представляет собой огромную террасу, на которой можно разместить беседку, мангал, шезлонги и так далее. С террасы открывается вид, завораживающий дух. Отсюда можно бесконечно любоваться на горы и Средиземное море. За пару минут можно доехать до самого большого и чистого пляжа Бенидорма Паниенте и отправиться в один из парков развлечений, которые расположены в 10 минутах езды. К вашим услугам большой парк аттракционов Терамитика, зоопарк Теранатура, аквапарки Акванатура и Аквалландия, картинги, боулинги, детские городки с большим количеством игр, а также дельфинарий Мундамар. Одним плюсом пентхауса является наличие парковочного места в подземном паркинге. В районе Лакала есть свой уютный песчаный пляж, который расположен всего в нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса.
А если хочется разнообразия, то напоминаем, что Лакала – это пригород самого крупного пляжного курорта Бенидорм. Тут есть развлечения на любой вкус. Это идеальные апартаменты в идеальном месте, на побережье Коста-Бланка. Если это именно то, что вы искали, мы ждем ваш звонок. Whatever you want.